Чтобы не было спекуляций, очень важный момент. Значит, 7500 евро должна получить партия «Патрия» за моральный ущерб. Значит, чтобы сейчас там не начали ахать-охать, все деньги, которые придут, я говорил с председателем партии «Патрия», это наш бывший коллега, эти «Патрии» в ближайшее время, они объединятся, будут большой, одной дружной семье, Мерживорба Диспрофузионария Партидлор, все деньги, которые поступят на счет партии, значит, они будут переведены в Бельскую клиническую больницу, которая обслуживает не только бельчан, а весь север Молдавии. То есть мы ни в коем случае, ни копейки из этих денег, так как они придут от государства, и использовать их там на политическую деятельность, это будет некорректно, поэтому они будут направлены в Бельскую клиническую больницу.